Больше 8 миллионов единиц имущества за последние два года конфисковали в пользу государства. Их общая стоимость около 6 миллиардов тенге. И это только по судебным делам должников. Речь идет о недвижимости, транспорте, оргтехнике и нефтепродуктах. Об этом рассказал вице-министр финансов Даурен Тимирбеков на отчетной встрече с жителями Алматы. Конфискованное имущество возвращено в госсобственность. Также государству вернули незаконно отчужденные активы. Так, как отметил Тимирбеков, не все имущество будет реализовано. Бывают случаи, когда целесообразнее оставить его государству. А если нет в нем необходимости, его продают или уничтожают. Что касается громких имен, наверняка вы уже слышали. Это вот банк «Казахбанк» в прошлом году был. Также по букмекерской конторе «Олимп» имущество также было конфисковано. Теперь, что касается возврата, что возвращено? Возвращено 10 акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью. Также возвращены недвижимые имущества, также и денежные средства. Цель комиссии, миссия – это выявить тех предприятий, которые используют свое доминирующее положение в неправовом поле.